Йоу-йоу, всем привет, с вами Максим Шубин, и сегодня у нас очередной ролик, очередное прохождение по Киберпанку 2077. И сегодня офигенский выпуск, потому что сегодня есть реклама, го ее смотреть. Рекомендую вам подписаться на чудный игровой канал под названием MKS Gaming. Здесь вы увидите такие игры, как World of Tanks, EVE Online, DayZ, World of Warships и многие другие. Здесь есть стримы, гайды, прохождения, в общем, много всего интересного из мира игр. Советую подписаться, ссылка в описании. Так, Реджина Джонс. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить всех, а я тогда пришлю за ним машину. Жизнь? Надеюсь, все понятно? Ну, окей. Обезвреживание врагов. Если вы не хотите убивать врагов, вы можете обезвредить их несколькими способами. Используя несмертельное устранение, несмертельные скрипты, несмертельное оружие, эмигранаты, некоторые боевые устройства. Модификации, которые превращают оружие в несмертельное. Если оружие, боевое устройство или скрипт наносит несмертельный урон, это будет указано в их описании. Ага. То есть вот так, да? Ты хорошо знаешь Тибак? У вас вместе все серьезно? Не, ну давайте, короче, начнем вот сразу по делу, ребят. Слушай, сразу а по ты делу. Знаешь, Бак? Мамита на меня запала, точно тебе говорю. Ну вообще она не из тех, с кем можно запросто пойти пивка попить. Вряд ли она способна на кого-то запасть. Не такой она человек. Ну-ну. Окей. Так, встретиться с Дексом. А Декс это кто? Это Джеки, да? Встретиться с Дексом. Ну, погнали, встретимся с Дексом. Мы можем ускориться. Что, в принципе, неплохо, но почему-то у меня все как-то вот в некую дымку превращается. Но, к счастью, никак на PS4, друзья мои. Ну и PS5 тоже самое, в принципе. Графика, по крайней мере, более или менее. Так что за это хейтить я не буду эту игру. Здравствуйте. Так, ну-ка не стреляйте, мы тут базарить будем с реальными пацанами. Ну, то есть с Дексом. Или как там тебя зовут? Йоу! Декстер Дешон, собственной персоной. Езжай. Ну и? Не против, если я сначала спрошу? Да без Б. Что, на твой взгляд, лучше? Быть не тем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до 30? Что-то посередине. Спокойно жить до старости в Night City? Так. Это что, проверка? Это что, проверка? Нет, просто моя любимая тема. А? В смысле? Ясно, понятно. Загадки? Нет, мисс Ви. Философия. И теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Все-таки зачем вызвал меня? Это интересно, друзья мои. Дай-ка теперь я спрошу, Декс. Зачем это все? Причем тут я? Ты мог позвать Джеки или Тибак. Мог рассказать все по телефону. Я старомоден. Люблю смотреть в глаза тому, с кем работаю. С Декстером я уже встречался. Тибак помогала мне еще 2 года назад. Вот тебе и ответ. Кроме того, у меня есть маленькое задание специально для тебя. Я расскажу. Ладно, продолжай, Декс, продолжай. Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. У корпорации, наверное. У Арасаки. Это же не проблема. Это смертный приговор, по-любому. Не проблема, а смертный приговор. Найдите их территории. Они же нас раскатают. А как иначе, мисс Ви? Больше риск, больше добычи. Первое правило по смерти. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрёма. Потом поговори с заказчицей Биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Так, а что же за дело-то у нас с Мальстрёмом? Ребят, лайки, комментарии, подписки, это важно. А что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку. Щепку.
Ну это как бы чип, а не щепка, да? Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техника. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстрёмовцы. Мальстрёмовцы? Среди этой техники был Болт. Маленький... Шведы, что ли? Прототип. Из Мальмы. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрёму. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам, а через 3 дня его сместил ближайший друг и сподвижник, Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. Так, а кто же эта женщина? Ну-ка, давай-ка. Корпоратка из отдела безопасности. Корпоратка! А-а-а! Как вы тут? Корпоратка! Ну все. Парни, который как-то причастен. Угу. Корпорации не твиттер вас полюбит. Поэтому она уже, наверное, отчаялась. Кстати, подписывайтесь на мой твиттер, ссылка есть в описании. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Ну давай, расскажи. Заказчица. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из пассивки. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Mm-hmm. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель, сама понимаешь почему. Так что выбор пал. Прикольно, тебя. Так звук меняется. Ну что ж, вопросов? Думаю, я знаю все, вроде что нет, надо. Просто пойдемте и сделаем это. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою, а болтом займись уже сама. Болтом? И еще, мисс Ви. Тихая жизнь или смерть в лучах. Это как в «Бесстыжих», знаете, тоже есть Вита, барменша из «Бесстыжих». Ну что ж, выходим. Чё-то пообщались, честно говоря, я не шибко-то сильно понял, что надо делать. Вот просто мне давайте подсказки, я буду выполнять. То есть сюжет я пока очень поверхностно понимаю, очень поверхностно. Даже то, что вот было, этот кусочек небольшой, который мы прошли. Джек, и я поговорила с Дексом. Сейчас проходим, это как-то так все поверхностно я воспринимаю, к сожалению, не знаю. Что по сюжету вы скажете лично, ну то есть кто уже, может быть, проходил, либо кто фанат всего этого дела, кто шарит во всем этом, ну и, соответственно... Это хрен меня обработал. Так, ну он, ладно. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, за профи сойдет тот, кто разгребет говно за Мальстрёмом и Мелитехом. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрёмовцы его спиздили. А Декс купил, но только не получил, потому что у них сменилось руководство. Да, слышал. Ройс устроил Брику дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Так, есть кое-что еще? Еще вот еще, такое да. дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А так что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс решил отправить меня. Ну, хозяин барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстрёмовцев или с Паркер? Сперва навестим Мальстрём. Думаю, сначала постучимся к Мальстрёму. Ногой. Орале. Тогда я поеду Орале. В Голфудс и посмотрю, что там почём. Hasta luego. Hasta luego. До скорого. О, мы вообще не туда пошли. Ну окей. 450 метров, а можем мы тачку типа взять так? Реквизировать. Ну-ка. Аканукинас. О, как в GTA, кстати, прикольно. О, сменить вид я могу. А я красавчик, ребята, я смог сменить вид. Обалденненько. Чё по физике скажу? Ой-ой-ой-ой-ой, ну такое. Не, это, конечно, не Need for Speed. Со всеми Need for Speed. Но GTA, если сравнивать физику вот этих игры, то, ну вот именно гоночную,
то, ну, где-то на уровне. Но как бы GTA вышла все-таки в 2013 году, и, наверное, хотелось бы чего-то лучшего, большего. Рассказывай, что нарыло. Что-то я тут... Пошли к Мальстрёму. Давай. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их холе. Ладно, хер с ним. Бот, не как выражаться. Как будем его вытаскивать? Сомневаюсь, что мы договоримся. Ну. Думаю, по-хорошему не получится. Это же Мальстрём. У банд правила простые. Кто сильнее, тот и прав. Так. Или ты всех ебешь, или ебут тебя. Ну, некоторым это даже понравилось. Ромовый тебе. Ад. Вспоминаю, опять же, бесстыжих ребят. 11 сезон. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Ну да. Добраться до ворот All Foods. Матерь божья! Ты чё за ебан? Это что такое было сейчас? Реплеишка. Это что, как? Мадре падре. Ты что, бес какой-то? Да, я наслышан о багах в играх в целом, и в этой в том числе, но я, честно говоря, впервые такую жесть вижу. Ну, для меня это уже жесть. Что это? Звони. А зачем звонить? Ты же и так можешь пройти. Камон, чувак, зачем? Так, а, да, все, позвонить. Йо-ху-ху! Я вас не знаю. Ну и? Мы от Декса. Да. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал, мы вас ждали. Угу. Ясно, понятно. Ну, пошли. Это что-то похоже на... Пару фикусов поищу. О, приходи в управление. Они хорошо подготовились. Уёбки, блять. Ну, не то чтоб... Для всё фабрики получилось. Жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Что это такое? Шефа, Декс о нем говорил. Назвал его особенным. Киберпсихоз. Надо немножко, я думаю, шмонать. Какие-то штучки-дрючки. О. Чуть горит, ну нет. Это тоже нельзя забрать. О! Штучка-дрючка, приколючка. Нет, не работает. Мина милитеха. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Со вкусом. Со вкусом малины. Почему-то они как-то вот вертикально установлены. Тем более это противопехотное. Ну, видимо, по-другому как-то не работает. Ну ладно. Так, окей. Ага. Так, что-то можно взять. Не выражаться. Они нас просто пугают. Так, пацаны, подождите. Я вот все почикаю. Почпокаю. О, что же здесь? Спокойно, а ты быстр, Ви, парень. Не залупайся, мы на их территории. Не залупайся. Чего вам надо? Ты своему муженьку скажи, чтоб не залупался. Мне нужен болт. У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не, будешь говорить со мной. Я Дундук. Дундук-то, а не Дундук. Ну что ж, присядем. Чили, чувак. И чё ты так на меня уставился? Тебе чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь.
Ты сам попросил. Он говорит, не залупайся, а сам. Паркуй жопу, пока я тебе третий... Просто паркуй жопу. Офигенное выражение, ребят. Прям цитата лучших. Сука. Выражений. Напишите в комментариях, ребята, лайкну обязательно. Чё такая хмурая? Улыбнись. Дунь. Ну давай, дунем. Полегче. Ха-ха-ха. А вот теперь поговорим. Ну давай. Вот он. Болт. Модель МТ-0Д1-2. Покажи-ка мне, ну-ка, давай-ка. Да пожалуйста. Интересно, что там. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку. Можно и блевануть. Ну как тебе? Ну, весело, весело. Так, ну что, берем. Да, мы его берем. Очень хорошо. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Думаешь, я стану платить дважды? Погоди, нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи заплатить два раза, заплатишь два раза. Условия простые. Нужен болт, показывай Энди. Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блять! Так и не сказала, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жердяй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив? Жив. Да? Еще тебя переживет. Просил передать привет. Теперь подумаешь над моим предложением? По-моему, пистолет немножко зашел ему в душу. Ну что ж. Не залазь, родимая! Матерь божья. Неплохо. Да, это было жестко, но справедливо все же. Оружие с рикошетящими пулями. Стандартное оружие позволяет выбирать направление рикошета, если у вас установлен баллистический запроцессор, импланты, генератор, траектории для имплантатов Кироси. Или Кироси. Ты что, еще живой? Икс. Все четко. Как говорится, контролим. Евро-доллары. Прекрасно. Так, все подсобрали. Так, все четко. Ты что, живой, что ли? Пойди дергаться. Вон, погнали. Че, кого? Так, подготовка боевых устройств. Чтобы быстро применять гранату в бою, поместите ее в ячейку для боевых устройств в снаряжении. Так. Надо куда-то поместить эту хрен на тень. Судя по всему. Или нет, у хрена тени, я ничего не понимаю пока что. Ну, ладно, сейчас попробуем. Так. Забрать. Болт, да. Конечно же, эту штуку надо забрать. Все, погнали. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Новый уровень 4. Прекрасненько, прекрасненько. Давай сваливать.
Сваливать. По-быренькому, парни. Не только парни. Это ж конвейер. Вообще, я думала, ты любишь мясо. Мужья. Бля, так. Точно нет другого пути. Вопрос годный. А ты как? Ты какой шустро выгребанный. Молодец. Так, что тут? Дальше куда? Братан. А, вот эту штучку мы включить. А конвейер и открыть проход. Включить конвейер. Так. Ну я тыкаю везде, куда можно, нельзя. Но пока что больше куда. А, вот, ну да, конечно. Использовать лестницу. Так, спускаемся. Пошли уже. Так, прекрасно. Что это такое? Не знаю, но в любом случае надо взять. Выбраться из Old Foods. Ну давай, братан. Погнали. Прекрасно. Нам туда. Дамы и господа, Джеки Уэллс. Чё ж ты такой? Берегись! Упс. У них гранаты! О, мазафака. Оу. Перегрет. Ай. Это фиаско. Чё-то мне не нравится. Может быть, не надо было по такому жесткому харду действовать. Так, фиксушечка. Я вообще что-то не секу, что происходит. Путь к отступлению. Да, здесь тоже много патронов оказалось. Да, опять перегрев. Голова. Есть. Погоди, так, братишка. Я перезаряжу. Я тоже, пожалуй. Упс. Я не туда не кинул штуку. Ладно. Так, прекрасно. Граната летит! Не, ну что-то прицел, конечно, мне не нравится. Не клевый. Ну давай. Хороший выстрел. Прекрасный выстрел. Чудесный выстрел. Так. Открываем. Ух. О, Магайлов. Магайлов. Мать божья. Оу-оу-оу, перегреб. Жесткие пацаны здесь, жесткие. Тык, экстушечку. Слушай, какой жесткий экшен. Я что-то, причем все темное, что-то я ни черта не вижу. Ну, как бы так. Силуэтики. Ааа, шайсе. Это было... Перезарядить оружие. Так. Магазин пустой! Сейчас тоже почти. Все! Да, это не клево, совсем не клево. Так, где он? Я пытаюсь как-то что-то. Где он? Просто где он, где? Да, я знаю. Черт, хорош. Я просто лучше. Воу-воу-воу. Это было неплохо. Так, братан, держись. Слушайте, что-то как жестко-то совсем. Я похоже самый жесткий какой-то уровень сложности или выбрал, не знаю. Просто
Или просто. В смысле? Неплохо, неплохо, неплохо. О, мой гад был. Это было жестко. Так. Хорошо. Ух! Сколько же здесь негодяев? Очень много чувствую я. Больно было, а? А то. Оу, шайсе. Да откуда у вас столько? Это вообще какой-то ахту. Это вообще жесткий ах. Что творится вообще? Что за... Так, тут что-то... Ай, плохая зона, плохая зона, плохая зона. Очень плохая зона. Что такое-то происходит? Я что, горю что ли? Я вам горю. Что я горю. Ну, вернее, не горел. Ну и где эта пушка? Черт тебе дери. Давай аккуратненько как-то попытаемся выбраться отсюда. С разных, может быть, флангов там атаковать. Это вроде свой. Давай, давай. Опачки, нет. Уйти. Хорошо. Опять я горю, что ли, или что? Не могу понять. Ощущение не очень прикольное. Так. Окей. Так, близок, близок я. Да что такое-то? Куда? Давай, 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 в рукопашечку. Что происходит в этой игре? Вообще что-то. Так, ну тут какие-то патроны приветственности. Что за мир вообще такой, где столько много насилия? Причем хрен пойми, откуда это насилие происходит, то есть. Выбраться из лодки. Да, это, конечно, задача сложненькая. О. Тебя увидят. Я все опять не то нажал. Аккуратненько. Работаем. По головкам. Yeah. Плохо. Есть. Только у меня патронов нету, братан, у тебя есть патроны? Мне бы не помешали.
Ну, я постарался тут, конечно, отработать как надо. Шайся. Черт, где другое оружие-то? Ты хоть знаешь, на кого залупаешься? Ну, хоть какое-то количество патронов. И то. Так. Черт, я хочу эту пушку. Почему ее нету? Так, окей. Все это собираем. Осторожно, а то нас поймают. Не жалей никого, слышишь? Уберите ее от меня! Хорош. Отлично, отлично, отлично. Да не секуй. Мне надо патроны взять. Какие это? И нам надо все равно продвигаться дальше. Давайте, Гавронос! Кто на меня? Ну, погнали. Что здесь? Тоже жесть продолжается, что ли? Репутация у нас меняется. Меня прижали! Сейчас мы всем покажем, чего. Подходим. Куда он делся? А, здесь. Понял. Давай сваливай. Найс. Отлично. Давай, Ви. Иду. Все. Это было жестко, друзья мои. Это было жестко. Очень много экшена, очень много суеты, смуты. Но, черт возьми, мы смогли выбраться, друзья мои. Это было реально жестко. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, друзьям. Рассказывайте, колокольчик нажимайте. И заходите по всем ссылкам в описании. Смотрите мои прошлые ролики. Всем удачи, всем пока.